Я думаю, вы догадались, что это такое. Просто фишка в том, что электрокар, который мои родители подарили мелкому, он уже использует. Он его водит и ездит. И мы подумали, почему бы не купить ему еще и велосипед. Не электрический. Сейчас буду его собирать. Это велосипедный камертон. Ну, качество, конечно, у этой штуки просто ужасно. Он стоит 2500, и что-то он прям реально из говна и палок сделан. Но вот просто попробовать, я думаю, достаточно будет. Потому что колеса, мне кажется, недели не продержатся. Конечно, это просто кошмар какой-то, потому что это пластмасса мелкая, металлическая стружка вот эта вот от болтов, которая сыпется, это просто ужас. Но, как вы понимаете, без фоточки с этим велосипедом аватарка этого видоса ну просто не могла никак обойтись, ну вообще никак. Выходите. Не выходим. Ну выходи. Послушай. Да, руку. Руку. Пойдем. Ну, как-то так. Дайте до завтра.